Это первая остановка 17 Mile Drive. Это дорога в 17 миль, которую мне советовал Дэн. Которая не... О-о-о! Блин, я в шлепках! Вот это да! Нет слов. I have no words. No feeling to describe this. That's fantastic. That's really fantastic. Some adventure I will command in English, other in Russian language. But here, I really feel that's paradise, literally. Алекс научил меня замечать красоту в деталях, как свет преломляется и падает через узоры деревьев, в которых в каждом есть ДНК, в каждом есть какие-то... Посмотрите, как закручена энергия жизни в деревьях. Видно, что они, когда были не сухими, а молодыми и свежими, они пробивались, закручивали эту энергию, тянулись к солнцу. Ну, как и океан, который постоянно, да, волна идет, постоянно притяжение ее заставляет обрушиваться на берег. Боже мой, я благодарен за эту поездку. Нескончаемые эмоции. Опять нарушаем правила. Могущественная, величественная глыба. Просто глыба, олицетворяющая утес. Вот как пробивается жизнь из скалы, так и воля, так и характер, так и стремление, намерение человека. Неважно, если там бетон, если там твердо. Жизнь всегда ярое желание, искра тянется к свету. И он мне объяснил, что везде, где сейсмологические активности, там энергетическое поле Земли видоизменено. Ну и вот Санта-Крус – это крайняя точка, где этот вортекс заканчивается. Биг Сур, Санта-Крус, дан. Такая, наверное, одна из самых северных точек побережья – Санта-Крус. Необычно.